Нужно встретиться с тобой. Ты живешь среди смиренных и сердцами сокрушенных. Кто вошел в твой мир и твой покой? Среди тех, кто верит в слово, кто стремится к жизни новой, кто так хочет. Yeah.
воскресенье мы несли служение в Аксаково. Большой привет церковь передает. Слава Богу. Еще одна церковь, которая просто к нам так, ну как, прилепилась. И мы чувствуем себя как одно единое целое, что мы одно тело, делаем одно дело. И просто благословенные братья и сестры. Сегодня тема моей проповеди «Самое невероятное возможно, потому что самое невероятное, он уже в нас». Аминь. Я уже как обещал, что в принципе это продолжение прошлой моей проповеди, которая называлась о том, что «Позвольте Богу невозможничать в нас». Бог готов производить какие-то свои действия, дела, жить в нас, действовать через нас могущественно, ходить в нас, говорить через нас. И знаете, действительно, я вот периодически переживаю такие моменты, когда я четко понимаю, что это сейчас это не я говорю. Сейчас говорит Дух Святой, и я четко понимаю, когда я говорю. И вы знаете, вот если научиться четко вот так отслеживать о том, что вот в какой-то момент твоей жизни это не ты действуешь, а Бог действует в тебе. Да? И вот, вот эти моменты, они очень тонкие. И когда мы улавливаем, что в нас Дух Святой действует, вот эти моменты очень важно, знаете, просто удерживать. Молиться за то, чтобы это расширялось в нас, чтобы это умножалось, чтобы мы утверждались именно в этом. Потому что сегодня как раз именно об этом моя тема. Сегодня, в прошлое воскресенье, я рассказывал про невероятный случай, который случился лично в моей жизни, и, может быть, я не совсем до конца рассказал то, что в чем была невероятность этого случая, потому что, когда мы потом анализировали эту ситуацию с пастором Абаем, он говорит, ты просто не знаешь город Алма-Ата. Ну, я действительно, я не знаю город Алма-Ата, я там просто, ну, я никогда там не жил. Невозможно за вот тот промежуток времени вообще никак, то есть никаким образом просто доехать ни на чем, на машине, просто долететь, просто за 15 минут до автовокзала, ну, не до автовокзала, до железнодорожного вокзала. И то, что на самом деле с тобой произошло, это просто никак, ну, просто по-другому никак, как чудом, просто не назовешь. Просто ты туда просто улетел. И на самом деле это было, вот для меня это было невероятно то, что у меня было ощущение, что мы просто летели вот в этом автомобиле, за рулем которого, как я понял, сидел офицер автоинспекции. И тоже еще одно чудо. К чему бы, да, офицеру ГАИ вести меня на огромной скорости, нарушая все правила дорожного движения. Но сегодня я буду продолжать. Вы знаете, я в прошлый раз брал два таких, казалось бы, противоречивых места. О том, что одно место говорит о том, что делами пред Богом не оправдается никакая плоть. А другая говорит о том, что вера без дел мертва, и мы просто анализировали, рассматривали, как это на самом деле сходится по Писанию. И опять же, очередная мысль о том, что Богу не нужны наши дела. Откровение заключается в том, что о том, что Богу нужны Его дела в нас. Понимаете, да? И просто вот на самом деле позволять Богу действовать в нас и через нас. В принципе, это сущность христианства само по себе. Сегодня места, которые я хочу взять, это первое место, они тоже как бы противоречат друг другу. Мне нравится брать места, которые, казалось бы, совершенно говорят о противоположности. Первое место, которое я хочу открыть, оно написано в послании Якова, 4 глава, с 1 по 17 стих. Очень суровое место, я так понимаю, что апостол Яков это был довольно такой суровый апостол, руководитель Иерусалимской церкви, как предполагают, это был родной, младший брат самого Господа Иисуса Христа, это был другой апостол Яков, потому что к тому времени другого Якова ему отрубили голову, то есть его уже убили. Этот апостол, он пишет довольно жестко, у него такая манера написания. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» И это он пишет про верующих людей. Он обращается к верующим людям. В первой главе вы можете прочитать евреям, которые находятся всем 12 коленам, которые находятся в рассеянии. Слушайте. И он перечисляет какие-то определенные такие повеления буквально. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть». Обращение к христианам, представляете? «Убиваете и завидуете и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите.
Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Опять же, обращение к верующим людям, к христианам. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас. Дух Божий живет в нас, и Он ревнует о нас. Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренно дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, приблизится к вам. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца, я хотел бы обратить внимание вот на это слово, двоедушные. Исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь и плачьте, и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. И един законодатель и судья, то есть на самом деле мы можем быть судьями, но наш суд, он всегда будет неправедным. Есть только один законодатель и судья, могущий спасти и погубить, он судит праведно. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Место, на которое хотел бы обратить сегодня внимание, вот этот термин «двоедушные». Исправьте сердца ваши двоедушные. В первой главе есть еще очень похожий стих, первая глава, 8 стих, где написано «человек с двоящимися мыслями, он не тверд во всех путях своих». Еще одна повторяющаяся мысль, которая говорит о том, что если человек двоится своими мыслями в голове, то есть сейчас я подумал так, а потом я подумал так, сперва я принял такое решение, а потом я принял такое решение, сперва вроде бы я вот с церкви вышел, получил откровение, принял решение, пришел домой, как будто кто-то украл у меня это откровение, потому что я не бодрствовал, и я поступил совершенно обратно. Апостол Иаков обращается, исправьте сердца ваши, двоедушные. Раньше я почему-то думал, ну, может быть, это как, действительно, мой профиль так сыграл какую-то такую роль, потому что я тогда работал врачом-психиатром, я подумал, что здесь идет о каком-то диагнозе, что, может быть, это апостол диагноз нам какой-то ставит, что мы двоедушные, что у нас там идет какое-то расщепление души, что там расщепление личности. Но потом я просто понял, что психиатрия это не имеет никакого отношения. Так что расслабьтесь, дорогие, что нам никто не собирается, особенно Бог, Он никогда нам не ставит никаких диагнозов. Что значит двоедушные? Давайте мы возьмем как бы противоположное место. Оно написано в книге Деяния. Книга Деяния, 4 глава. Только один стих я прочитаю. «У множества же уверовавших, речь идет о Первой апостольской церкви, идет мощное, сильное пробуждение, тысячу людей уверовали, приняли водное крещение. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было какое? Общее. Настоящий коммунизм». Коммунизм – это, кстати, хорошее слово, это библейское слово, от слова «коммуна». То есть мы можем найти в Библии, в псалтыре слово «коммуна» и слово «товарищ». То, что потом как бы взяли так в основу коммунизма, и оно превратилось без Бога. Так как хотели построить коммунизм без Бога, то оно в это и превратилось, во что-то безбожное. Но на самом деле, вот настоящий коммунизм, да, это Первая апостольская церковь, потому что это было в Духе Господнем, потому что это был сам Бог, потому что это было действие Святого Духа, потому что как, о какой душе идет речь? Все верующие имели одно сердце и одну душу. Как вы думаете? Я сделаю такую подсказку. В Псалтыре
Давид восклицает и говорит такое уникальное пророчество. «Господи, ты не оставишь, помните это место, да, душу святого своего в аде». О ком это пророчество? Это пророчество об Иисусе Христе. В другом месте сам Иисус Христос говорит, что, ну, сегодня я уже упоминал это место, что там, где двое или трое, собраны во имя Мое, говорит Иисус Христос, там я уже посреди вас. Я верю в то, что у меня нет никаких сомнений, что вот это место, которое говорит о том, что у всех уверовавших было одно сердце и одна душа, речь идет о сердце Иисуса Христа и речь идет о душе Иисуса Христа. То есть здесь все очень просто. Кто нас может объединить? Чьей душе мы поклоняемся? Душа – это тоже это библейский термин, который очень много имеет места в Библии именно в отношении Иисуса Христа. У Иисуса Христа есть душа. Душа Христова, есть Дух Христов, и Он нас объединяет. Когда верующие было очень много, они двигались в помазании, они двигались в Духе Святом, у них была одна душа. И это прекрасно. К этому состоянию нам очень важно стремиться, мы призваны к этому стремиться. И вы знаете, на самом деле, Библия отмечает, то есть вот эти два места, они друг друга взаимодополняют. Что значит двоедушный человек? Двоедушный человек – это человек возрожденный, это христианин, у которого есть своя душа, да, и у которого уже есть душа Иисуса Христа, но по каким-то причинам он двоится, он метается между ними о том, что вот я, конечно, хочу поступать, как Иисус Христос, но моя душа, она тоже требует чего-то другое. Здесь я поступлю так, как я хочу. И начинается какое-то своеволие. Своеволие по Евангелию является очень большим грехом, который по Ветхому Завету, по пророчеству сравнивается практически с идолопоклонством, с оккультизмом и с колдовством. Потому что так и написано о том, что непослушание хуже колдовства. Непослушание хуже колдовства. То есть, если я не послушен Духу Святому, если я не послушен той доброй совести, которая я обрел в момент возрождения свыше, в момент водного крещения, совесть мне говорит вот так, но я поступаю по-своему, не так, как мне Дух Святой говорит. Это и есть двоедушие. Исправьте сердца ваши, двоедушные, обращается Иаков, и человек с двоящимися мыслями, он не тверд во всех своих путях. Да не думает такой человек получить что-то от Господа. Апостол Иаков утверждает, он подобен волне морской, ветром подымаемой и разбиваемой. Представляете, как это серьезно? Если у меня мысли метаются между моей душой и душой Иисуса Христа, да не думаю я что-то получить от Господа. Мои молитвы, они не будут услышаны. Представляете, насколько это серьезно? Христианин – это то состояние, когда мы, каждое утро мы призываем душу Господа Иисуса Христа в нашу жизнь, когда мы призываем, что Дух Христов, приди, говори нам, повелевай нам, мы будем слушать то, что ты нам говоришь, то, что ты нам повелеваешь, и мы будем следовать только за тобой. Мы будем делать то, что ты нам говоришь. Аминь. Слава нашему Богу. Это очень важный момент в жизни любого христианина. Аллилуйя. Сегодня мы поговорим, где пролегает граница, потому что вот тема моей сегодняшней проповеди о том, что действительно самые невероятные вещи могут происходить в нас, если только мы позволим Иисусу Христу просто могущественно проявляться в наших жизнях. Где-то, где вот эта грань, граница, которая проходит между возможным и невозможным, между моей душой и душой Христа во мне? Я думаю, вы знаете, на самом деле, вот у меня такое чувствование сегодня, что вся наша церковь, она подошла к какому-то такому Рубикону, да, к рубежу. То есть мы как Израиль, духовный Израиль, потому что Библия так и называет церковь, мы духовный Израиль, мы шли по пустыне, мы подошли сегодня к Иерихону, и вот мы стоим на берегу, вот там за Иерихоном обетованная земля. Вы знаете, в Ветхом Завете очень много таких прекрасных прообразов, сегодня я несколько прообразов затрону. И Израиль туда отправляет кого? Соглядатаев, да? То есть разведчиков. Разведчики посмотрели, походили там, там просто вот на самом деле тайком все. То есть они там просто вот там где-то вот, где-то из-за скалы, где-то просто издалека наблюдали такую картину, что эта земля, она прекрасная. Там действительно молоко и мед. Там просто все, но это действительно то, что Бог нам обещал, все там есть. Но там, когда они вернулись обратно в Израиль, они говорят, не пойдем туда, потому что там великаны, там такие люди живут огромные, мы не сможем их победить.
Эта земля действительно прекрасна, но мы не сможем ее завоевать. И они начали запугивать народ. Они говорят, ну просто туда идти просто страшно. Мы туда лишний не пойдем. Только два человека, они сказали, мы все равно пойдем туда, во что бы то ни стало. Потому что с нами кто? С нами Бог. Аминь. А наша церковь сегодня стоит вот на берегу. То есть вот мы стоим, вот у нас вот берег, да, там вот Иерихон протекает. И просто мы можем туда перейти, а можем обратно испугаться и пойти обратно в пустыню, еще 40 лет проходить по пустыне в каких-то своих страхах, в каких-то своих сомнениях, в неверии о том, что, Господи, ну просто мы не поверили Тебе, и теперь опять ходим по пустыне. В депрессии, в какой-то апатии, да, скепсис, какие-то постоянные мысли. Поэтому, на самом деле, моя задача убедить вас в том, что мы все-таки, несмотря ни на что, несмотря на все наши страхи, сомнения, все-таки эту реку перешли. Давайте мы еще одно такое место откроем. Послание к Римлянам, 7 глава. И мы пойдем дальше. С 14 по 25 стихи мы находимся в каких-то терзаниях, терзаниях нашей человеческой души. У кого-то есть вера, у кого-то веры нету, у кого-то желание перейти как можно быстрее, другой говорит, я туда не пойду. Вы знаете, я хочу привести сегодня терзание одного человека, который тоже терзался, и у него были какие-то вот такие действительно просто терзания, которые, я думаю, что он долгое время над этим размышлял. Он очень хорошо знал Ветхий Завет. Я говорю сейчас о Савле Тарсянине, тот, который из Тарса, и тот, который стал потом будущим апостолом Павлом. У него были какие-то колоссальные знания, и он мог сравнивать о том, что вот просто то, что написано, то, что я прекрасно знаю по Ветхому Завету, и то, что мы, евреи, исполнить не смогли, несмотря на все наши усилия, а вот этот Иисус Христос, Он пришел и все исполнил. Все исполнил, абсолютно. И Он абсолютно совершенный, на самом деле, Господь, и Он есть истинный Бог, и Он об этом пишет. Давайте мы в послании к Римлянам, в 7 главе, 14 стиха прочитаем. Это на самом деле терзание. Он пишет о своих мыслях, делится с нами. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что я хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне». То есть Бог побуждает мне делать какие-то классные, хорошие, добрые вещи. Но чтобы сделать оное, чтобы это сделать, я не нахожу в себе силы. До этого руки не доходят. Там проспал опять, заснул. Хотел прочитать такую хорошую христианскую книгу. Да? Просто вот так, каждый раз открываю и каждый раз откладываю. 19 стих. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Иногда, на самом деле, люди часто делятся так, я не хотел этого говорить, ну не хотел я этого, я не хотел обидеть этого человека. Почему я это сказал? Я не хотел этого делать. Сделал. Апостол Павел об этом пишет. Я просто не знаю. Я восторгаюсь этим человеком, потому что он сегодня намного стоит впереди в Духе Святом всех психоаналитиков этого мира. Вообще не надо даже сравнивать. Вот он, психоаналитик, да, который настолько четко анализирует и ставит какие-то вот такие грани о том, что происходит в душе каждого человека. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». У нас есть, оказывается, внутренний человек, это духовный человек. И этот человек, он находит удовольствие. То есть, на самом деле, мы иногда приходим в церковь, мы слушаем, когда получаем какие-то свежие откровения, нам становится очень хорошо. Мы уходим отсюда наполненным, и нам хочется просто, вот, просто сделать столько много хорошего. Это все внутренний человек. Но в членах моих еще есть внешний человек.
плотский человек. Вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Кто избавит? Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Иисусом Христом. Это не просто какая-то формула магическая, да, о том, что давайте мы сейчас вот в этот момент просто скажем Иисус Христос, и все, раз, и обрубило. Речь идет о взаимоотношениях с нашим Господом Иисусом Христом. О том, что я во что-то уперся, да, я что-то хочу сделать доброе, не делаю, что-то злое не хочу и что-то сделал. И это уже происходит систематически. Апостол Павел спрашивает, кто мне в этом поможет? И тут же отвечает, только Иисус Христос. Только личность Иисуса Христа. Только тогда, когда я действительно реально призываю, Иисус, помоги мне, я уже ничего не могу сделать. Я попался. Я делаю систематически какое-то просто злословие идет из моих уст, просто прорываются какие-то слова. Я кого-то опять оскорбил, я кого-то опять обидел, я кого-то опять унизил, я кого-то опять оценил, кому-то ярлык повесил. Категоричный человек абсолютно. Вот все, на всех ярлыки висят, этот такой, этот классификация какая-то, вы такие, вот вы такие. Что это такое? Да? Это плотский человек, внешний человек. Аминь. И вы знаете, что интересно? Апостол Павел пишет. Речь идет об одном и том же человеке. Сейчас я найду это место, где написано «тот же я». 25 стих. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я, умом моим служу Господу закону Божию, и тот же самый я плотью служу закону греха». Вы знаете, раньше я думал, что речь идет о том еще, Савле, о невозрожденном. Наверное, апостол Павел имеет в виду о том, что он когда-то был в рабстве и так далее и тому подобное. Но, вы знаете, апостол Павел пишет в настоящем времени, и с годами я пришел к такому выводу. И для меня этот вывод тоже не составляет на сегодняшний день никаких сомнений, потому что мы провели вот над этими местами из Библии тоже, я не совру, если скажу, что сотни часов, сотни дискуссий, сотни размышлений с другими братьями, пастырями, теологами, учителями Библии и так далее. Было прослушано уйма просто проповеди. Речь идет об одном человеке, о верующем, о христиане, который живет обычной христианской жизнью. И вот пока я подчинен Иисусу Христу, пока я иду с Иисусом, пока я погружен в Него, пока я сокрыт в Его благодати, я делаю то, что Господь мне повелевает, и то, что Дух Святой делает буквально через меня. Но стоит мне не пободрствовать, стоит мне просто угасить Духа Святого, перестать молиться. Дух мой угас, внутренний мой человек ослаб, и я начинаю делать то, что я не хочу. Я начинаю делать те вещи, которые я не хочу делать. Мирские вещи, плотские вещи. Начинаю говорить какие-то слова, начинаю думать как-то не так. Почему? Потому что я вышел из помазания. Потому что я вышел из общения с Иисусом Христом. Личность Иисуса Христа на меня уже больше не действует. Почему? Потому что я так захотел, я принял решение не общаться с Ним на какое-то время хотя бы. Пожить самому, да? Просто вот так, Господи, я имею же право. Просто закрыться в комнате, да, вместо того, чтобы поговорить с Иисусом, да, я разговариваю с самим собой. Ни к чему хорошему это не приходит. Сразу же приходит давление. Приходит очень мощный прессинг, потому что есть другая сторона, да, дьявол, он как рыкающий лев. Его не надо бояться на самом деле, потому что написано он только как. Всего лишь как. Он не рыкающий лев, аминь. Но он приходит, он начинает атаковать твой разум. Если ты не в общении с Иисусом Христом, тут же приходит дьявол и начинает атаковать твой разум. И приходят страшные какие-то мысли, приходит очень мощный прессинг, тут же приходит депрессия, тут же приходит апатия, нежелание что-либо делать. Ты просто вот так опускаешь руки, просто все, что такое? Еще минуту назад я радовался. Что происходит? Я обязан объяснять о том, что идет духовная атака. Какой выход из этого? Бесполезно самому пытаться бороться против вот этих мыслей. Библия говорит нам, открывайте
Послание к филиппийцам. Аминь. Открывайте свои желания пред Богом. Аллилуйя. И мир Божий, который превыше всякого ума, он устроит помышления наши во Христе Иисусе. Аминь или не аминь? Мы призваны, в другом месте написано, пленять. Слышите меня? Это наш призыв, это наш выбор, это наши усилия, это наши старания. Мы призваны пленять всякое непослушание. Аминь. В послушании Иисусу Христу. Аллилуйя. Я по Библии говорю или я что-то придумаю? Все это вы можете прочитать в Евангелии. Я просто умоляю вас, почаще читайте Евангелие, почаще читайте Библию, потому что Библия говорит, что изучая Священное Писание, ты и сам себя спасешь, и слушающих тебя. Если ты не изучаешь, если ты не исследуешь, просто на самом деле, если мы не прогрессируем, то мы довольно быстро, намного быстрее скатываемся вниз и регрессируем. Очень трудно развиваться и очень легко деградировать. И при том это происходит очень незаметно. Аллилуйя. Очень большая ошибка, когда мы думаем о том, что церковь – это такое место, где собираются хорошие люди, ну, действительно хорошие, они стараются вести себя очень хорошо, ну, вроде бы как, я недавно рассказывал про свой сон в прошлый раз, о том, что у нас в собрании, то есть я выглянул, мне сказали, Владимир Владимирович Путин наше собрание посетил, но это где-то было не у нас. И вы знаете, на самом деле это очень показательно, потому что в России очень сильно меняется ситуация в отношении протестантских и евангельских церквей. Влиятельнейшие аналитики, ну такие, например, как Владимир Повнер, он анализирует ситуацию, он говорит, я атеист, я еврей, я неверующий человек, я не верю в Бога. Но по моей, мною проведенной статистике, я просто пришел к выводу, что все те страны, которые считают себя православными, они никогда не живут хорошо. У них все всегда на каком-то очень низком уровне, потому что эти люди с очень низкой самооценкой, они не позволяют, ну, там, этой стране развиться. К чему я пришел, к какому выводу? О том, что самыми развитыми странами на сегодняшний день являются страны, в которых просто главенствует протестантизм. Это слова Повзнера, буквально. И пример Южная Корея. 87% христиан. Это не просто условные христиан, которые просто думают, что они христиане, а на самом деле нет, такими не являются. Это мощные огненные христиане, которые вот они в каждое утро в 4 часа, в 5 часов утра они встают и молятся без остановки на молитве на горе 4-5 часов без остановки. Для чего молятся? Для того, чтобы войти в общение, только войти в общение с Иисусом Христом и там остаться, чтобы день прошел хорошо, с Божьим благословением, чтобы Бог свободно мог... Бог эту страну поднял за какие-то считанные годы. Можете себе представить? После войны страна полностью была разрушена. Экономически мощный взлет. И вы знаете, на самом деле, если сравнивать Южная Корея и тут же Северная Корея, самая безбожная страна на сегодняшний день, Северная Корея, где просто на самом деле, ну то есть только за то, что ты просто читаешь Библию, тебя Библию нашли, тебя могут просто расстрелять. Ну просто вот какие-то безумные какие-то вещи. И вы знаете, на сегодняшний день, ну, я читал много таких статистик про Северную Корею, например, что это самая курящая страна. То есть больше всего курят в Северной Корее. Очень много пьют алкоголя. Какие-то, ну, на самом деле, какие-то вещи. Все по указке. Вы знаете, эти люди улыбаются, но они делают это по приказу. И если ты не улыбаешься, когда проходит вождь, тебя посадят в тюрьму. Ну, вам это как, нормально? То есть люди улыбаются, внешне может показаться, когда показывают новости про Северную Корею, все прекрасно, все вычищено, такая чистота. И мне кто-то уже несколько раз не говорили, в Северной Корее там такой порядок. Ну, говорю, какой ценой это порядок? Там люди такие приветливые улыбаются, какой ценой эта улыбка? Это не потому, что он хочет улыбаться, ему приказали улыбаться. Попробуй только не улыбнись, очень опасно. Но если вы поедете в Южную Корею, то вы увидите о том, что люди там действительно радушные, они не улыбаются, потому что им там приказали, они улыбаются, потому что им хочется улыбаться, потому что их наполняет Бог, потому что у них на самом деле все слова или все их мысли направлены на то, чтобы прославлять Бога, они об этом, о Боге они будут говорить бесконечно. Говорит, все то, что я имею на сегодняшний день, это все благодаря Богу. Мой бизнес, моя учеба, мои дети, это все благодаря только нашему Богу.
Какая огромная разница, какой хороший пример. То есть Познер приводит о том, что евангельские страны – это страны, которые очень быстро развиваются. Если мы позволим России на сегодняшний день, опять же он дальше анализирует, просто дадим ход евангельским церквям, наша страна довольно быстро поднимется. И вы знаете, на самом деле, даже у меня нет каких-то сомнений, что просто придет время, когда мы действительно Владимира Владимировича Путина увидим уже не в православной церкви, где он просто так скромно стоит, а увидим его в какой-нибудь протестантской церкви, опять же, просто в качестве посетителя, слушателя, уже не за горами, потому что общество в России обращается к евангельским церквям. Но почему я об этом заговорил? Мы можем подумать так, что вот мы пришли в хорошую церковь, церковь красивая, и здесь собираются очень хорошие люди. Я хочу сказать вам сегодня такую, может быть, для кого-то это будет новость, или какая-то, ну, просто на самом деле новость, или какое-то откровение. Иисус Христос не пришел на эту землю, чтобы сделать нас лучше. Он не для этого пришел. Я могу так сказать, что Иисус Христос или Бог послал своего Сына Единородного для того, чтобы умертвить. Нам не надо бояться этого слова, потому что Он не собирается нас убивать, но Он своим подвигом, тем, что Он совершил на Голгофском кресте, Он умертвил нашу плотскую природу. Во Христе Иисусе, когда мы двигаемся за Ним и вслед за Ним, наша плотская природа, наш ветхий человек, он изо дня на день, он истлевает. То есть во Христе Иисусе мы имеем победу, победу, слышите, над плотским человеком. Но стоит только нам выйти из-под влияния, из общения с Иисусом Христом, плотский человек начинает опять поднимать голову. Вы знаете, когда-то я получил такое очень сильное, яркое откровение. Мы когда изучали прообразы Ветхого Завета, и тоже столкновение, потому что написано, что духовное, оно всегда противостоит плотскому, и плотское всегда противостоит духовному. Да? Плоть всегда противится духу, дух всегда противится. То есть в нас живет внутренний человек и внешний человек. Один из таких прообразов – это столкновение Давида и кого еще? И Голиафа. И нас так учили о том, что это очень хороший прообраз того, что наш внутренний человек во Христе Иисусе, он победил ветхого человека, внешнего человека, то есть Голиафа. И после того, как Давид сразил Голиафа, он что сделал? Он взял его же меч, меч Голиафа, и отрубил голову Голиафа. И вы знаете, мне, когда мы эту тему проходили, мне приходит видение такое. Буквально ночью на следующий день я вижу такое видение о том, что Голиаф, вот этот Голиаф, которому уже отрубили голову, во мне отрубили голову, и Давид уже царствует. Но когда я не бодрствую, периодически этот Голиаф поднимается и начинает, ну, знаете, если курице голову отрубить, она тоже будет какое-то время, да, бегать. И он начинает носиться, просто вот этот Голиаф носится без головы и сносит у тебя все на пути. Он в ярости, он все просто крушит. И просто Дух мне просто тогда проговорил о том, что не позволяй своему ветхому человеку каким-либо образом проявляться, потому что его действия разрушительны. Слышите меня? Они абсолютно бесплодны. Элен, разберешь ли? Очень хороший прообраз. Если мы даем добро или зеленый свет нашему плоскому человеку, поднимается Голиаф, но он уже без головы. И он ничего нормального, адекватного сделать не может. Поэтому это очень опасно. Нам очень важно придерживаться курса Давида, да? Мы идем за Давидом. Давид – это есть прообраз нашего Господа Иисуса Христа. И я заканчиваю свою мысль. Иисус Христос пришел для того, чтобы умертвить в нас нашу плоскую природу и возродить нас свыше, чтобы в нас жил внутренний духовный человек. Новое творение во Христе Иисусе. Древнее все прошло, теперь все новое. Мы – новое творение во Христе Иисусе. Но в отношении ветхой природы все равно остается наш выбор бодрствовать, не давать ей места, просто угашать все эти плотские страсти. Сегодня мы стоим на таком рубеже, когда мы можем так подумать о том, что я лично думал, когда я пришел в церковь, что я увижу в церкви абсолютно совершенных людей, то есть абсолютно святых. В моем представлении понятие святость, она была отождествлена тому, что это люди должны быть непогрешимые, они должны быть вообще настолько всесторонне развиты, они не должны болеть, они должны быть преуспевающими, они должны быть такими-такими. И у меня были свои какие-то определенные такими иллюзии. И насколько же было мое разочарование,
Вы знаете, вот я тоже, это мое откровение, я ниоткуда это не вычитал. Когда я начал исследовать слово «разочарование», в слове «разочарование» есть, ну, основное слово, да, «очарование». То есть на самом деле, чтобы тебе не разочаровываться, не надо очаровываться. Прежде чем разочароваться в ком-то, ты в этом человеке очаровался. Прежде чем разочароваться в каком-то явлении, ты перед этим был очарован. То есть были наведены какие-то чары, или у тебя была какая-то иллюзия буквально. Иллюзия в отношении того, что просто христиане должны быть такие, такие-то, такие. То есть маленькие такие христосики, которые абсолютно непогрешимы и абсолютно святые. Это иллюзия. Слышите меня? Это иллюзия. Когда я был разочарован и просто увидел, Господи, а я-то думал, что вот пастырь, он должен быть таким-то, 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 что он всегда должен просто быть в форме, отвечать на любые вопросы, быть таким доброжелательным, что любовь из него должна просто вот так просто бить ключом. И в любой момент, когда я к нему не подойду, он меня должен обнять. И почему-то у меня были вот такие вот иллюзии, что сказать какие-то напутственные, хорошие слова, чтобы вот какие-то вот... Но этого не происходило, и у меня было такое, ну, просто, Господи, ну что же это так? И Бог меня начинает наставлять. Вы знаете, еще один прообраз Ветхого Завета. Церковь похоже, очень похоже. Это Ноев ковчег. Мы, как церковь, мы несем функцию ковчега. То есть, когда мы входим в Иисуса Христа, мы входим во спасение. Вокруг везде бушует буря, потоп, все, вода уже пролилась, люди гибнут, люди топнут. И спастись можно только в Ноевом ковчеге. Если вы зайдете в Ноев ковчег, я хочу сказать, что вам там не понравится. Потому что там слоны, там гиппопотамы, носороги делают свои дела. И просто на самом деле, ну как, не продохнуть иногда хорошо в краю родном, да, пахнет сеном и навозом. И просто вот это на самом деле, я хочу сказать, это тоже прообраз ветхого нашего человека, который иногда просто гадит, по-другому не скажешь. И просто от этого бывает такое в церкви зловоние, но бежать-то некуда, с подводной лодки-то не убежишь. И просто хочу сказать о том, что в церкви иногда бывают такие, ну просто там кто-то поссорился, кто-то поругался, какие-то скандалы, что-то какое-то, вот что-то вскрылось такое, но просто я хочу сказать, что Ноев ковчег — это было единственное место, где можно было спастись, несмотря на то, что внутри было очень неприятно. Никуда не денешься, да? Но люди там оставались, и люди эти спаслись. Аминь. Я хочу сказать, очень хороший прообраз церкви на сегодняшний день, потому что в церкви можете увидеть все проявления ветхого человека. Но это не говорит нам о том, что надо просто выйти из Нового ковчега и плюхнуться туда, в океан, и сказать, ну, я лучше утону, да? Ну, примерно так. Я лучше погибну. Мы же так не говорим, мы же так не делаем. Я верю в то, что мы сейчас стоим на таком рубеже, когда очень многие из вас... Я верю в то, что просто Дух мне просто проговорил, что мы сейчас стоим так. Вот у нас периодически появляются такие мысли. Господи, я думал, что в церкви идеальные люди, оказалось не так. В церкви есть такой-то человек, он ведет себя вот таким-то образом, считает себя христианином, этот лжет, этот лицемерит, этот такой-то. Я в эту церковь ходить не буду. Я хочу сказать, это абсолютно неправильно. Абсолютно неверно, потому что, вы знаете, на самом деле, давайте мы это место откроем, чтобы получить ответ лично от Иисуса Христа. И это написано в Евангелии от Матфея, в 5 главе, это звучит в Нагорной проповеди нашего Господа. В Нагорной проповеди, 5 глава, 43 стиха мы можем прочитать. «Вы слышали, что сказано, говорит Иисус Христос, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Я буду любить только тех, кто меня любит. Не это ли же делают и язычники? Чем ты тогда отличаешься от язычника? Иисус Христос говорит, ничем, ничем, абсолютно.
Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Иисус Христос говорит уникальную мысль. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Иисус Христос не хочет нас сделать лучше. Он хочет нас соделать совершенными. Слышите меня? И вот это совершенство, оно говорит не о том, что я в какой-то момент щелк и сразу стал совершенным и непогрешимым. Совершенство, это имеет прямое отношение, что в тот момент, когда я доверяюсь Господу Иисусу Христу, Его совершенство начинает проявляться через меня. Если я не доверяюсь, мое несовершенство начинается, как говорится, вот так, просто клокотать и просто вырываться из меня. И мне надо просто об этом всегда помнить, о том, что я совершен, я совершенный человек, только в момент полного упования на Господа Иисуса Христа, только в этот момент. Я не могу быть совершенным сам по себе. Не могу. Вот это, от этого мы сразу отказываемся. Это ложь, сатанинская ложь. Ни один человек. Пророки восклицают. Сердце человеческое, оно крайне испорчено. Все уже. Его каким-то, ну, просто оно настолько разорвано. Реабилитировать это сердце человеческое невозможно. Что надо сделать? Надо это сердце. Бог говорит, я заберу у вас каменные сердца. Аминь. И вложу в вас новые сердца, плотяные сердца. Бог не пытается исправить наши сердца. Он вкладывает, Он уже вложил во Христе Иисусе новые сердца. Аминь. Вас это как-то радует? Когда я вот все вот это узнавал когда-то, меня это очень радовало. Я говорю, Господи, мне не надо сегодня бороться там, ну, против самого себя, как-то пытаться себя улучшить. Мне надо просто довериться Тебе и сказать, Господи, вводи в мою жизнь, да? Просто пусть вот этот ветхий человек, который просто, я от него устал, я не могу так дальше жить, у меня просто на самом деле, просто пусть он уйдет. И вот на самом деле, вы знаете, в тот момент, когда я получил рождение свыше, я просто пережил о том, что я могу жить иначе. Во Христе Иисусе я просто коренным каким-то образом изменился, произошла какая-то полная трансформация. В какой-то момент я просто понял, что если я нахожусь в какой-то струе, если я нахожусь в Духе Святом, если я двигаюсь в помазании, я абсолютно другой человек. И люди меня не узнают, они говорят, Ген, это ты что ли? Мы тебя не узнаем, потому что какой ты был и какой ты сейчас, это две разные абсолютно вещи. Аминь. И давайте мы еще одно место откроем. Оно тоже написано в послании к римлянам. Я уже иду к концу. Апостол Павел, он восклицает послание к римлянам в 8 главе. Восьмая глава, с 1 стиха, он восклицает и утверждает. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни, не закон Ветхий закон, да, не закон, который Моисей принес на двух скрижалях, но закон Духа жизни. То есть мы так живем, мы призваны так жить. Во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Ветхий закон – это закон греха и смерти. Через него мы познали, что такое грех, что такое сила смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, тот закон, он был обессилен нашей человеческой плотью. То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти. То есть, когда оправдание закона действует? Оно действует только тогда, когда мы живем по духу. Не когда мы живем по плоти, а когда мы живем по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышление плотские – суть смерть, а помышление духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Вы слышите меня? О том, что когда ты мыслишь что-то свое, человеческое, да, вот мирское, плоское, в этот момент ты враждуешь против Бога. Ты начинаешь воевать против Него. Ты входишь в дух бунтарства. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти.
Мы и плоти ничего не должны. Мы ничего не должны ветхому человеку. Мы ничего не должны дьяволу. Мы ничего не должны этому миру. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом, представляете, если мы живем по духу, если мы двигаемся в духе, этим самым мы умерщвляем дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Опять же, если ты водишься Духом Божиим, только тогда ты суть сын Божий или дочь Божия, ты утверждаешься в усыновлении Иисуса Христа. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Авва Отче. Дух наш, он начинает на самом деле просто рваться к своему небесному Отцу и называет его Папа. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Когда я родился свыше, когда я пережил Господа Иисуса Христа, вы знаете, я просто пережил невероятную какую-то радость. У меня не было сомнений, что я являюсь Его ребенком. Для меня Иисус Христос стал каким-то таким невероятным авторитетом, что я сказал себе в духе, что все, что Иисус Христос говорит в Евангелии, это абсолютный авторитет, который не имеет никаких сомнений, который неоспорим. Аллилуйя! Я не пытаюсь оспаривать ничего абсолютно, что сказал когда-то Иисус Христос, потому что все, что Он сказал, абсолютная истина. Мы можем это как-то вот подвергнуть какому-то сомнению или там что-то. Я говорю, в этом нет никакого смысла, потому что просто такие истины, в которых ты просто, если ты рожден свыше, ты просто не имеешь никакого сомнения. И это говорит о том, что ты являешься Божьим ребенком. Вы знаете, как это практически применять? Практическое применение. Если в твоей жизни есть что-то, да, ну просто вот я верю в то, что для многих из вас сегодня прозвучит какой-то ответ. Ты можешь задаваться таким вопросом. Я христианин, я знаю, что я рожден свыше, мне нравится ходить в церковь, мне нравится прославление, мне нравится молиться, мне нравится получать откровения, мне нравится читать Библию. Но периодически со мной происходят какие-то вещи. И ты можешь просто про себя сказать: Господи, периодически мне... Кто-то себя так оправдывает, мне приходится лгать. Но я хочу сказать, у лжи нет никакого оправдания на самом деле, потому что написано, что лжецы Царствие Божие не наследуют. И кто-то может сказать о том, что в моей жизни происходит просто какая-то периодическая вот так, какая-то неправда. Просто вот так где-то вот я срываюсь, и там раз, просто что-то вот язык там пошел, просто вот как-то вот на самом деле там что-то говорить, на кого-то там наговорил, там какие-то сплетни, какая-то клевета, какие-то плохие слова про кого-то прозвучали там за спиной, мне плохо от этого. Разве может это со мной происходить, как с христианином? Мне очень важно дать выход сегодня о том, что есть ли выход? Конечно же есть. Аминь. Выход очень простой, это покаяться, да, сказать: Господи, прости меня, пожалуйста. Вы знаете, на самом деле, покаяние, я уже говорил эту мысль, я ее еще раз повторю, и раскаяние – это две разные вещи, два разных таких составляющих, это две разные истины, которые говорят о том, что если человек покаялся, он просто оставил какой-то грех, который он раньше делал, и он больше этот грех уже больше не делает. То есть он принял решение: я к этому больше уже не вернусь никогда. Я клеветал, я больше клеветать не буду. Это похоже на то, как если ты ехал на машине, да, и вот ты нарушил правила дорожного движения, и гаишник тебя поймал, увидел, остановил, оштрафовал тебя, и ты вышел из машины, и ты извиняешься, говоришь: господин, там такой-то, такой-то, простите меня, пожалуйста. Это есть раскаяние. Но когда ты принял решение о том, что я больше правила дорожного движения нарушать не буду, я принимаю такое решение, это есть покаяние. То есть покаяние – это есть то, что ты просто на 180 градусов отвернулся от какого-то греха, который ты делал систематически, и ты пошел в направлении праведности, праведности Иисуса Христа. И к этому греху ты уже больше не возвращаешься. Раскаяние есть то, что просто тебя поймали, и ты в этом раскаялся, но ты не думаешь это оставить. Потом, когда опять ты вырвался,
из этих оков, там кто тебя поймал, ты опять продолжаешь делать то же самое. Это не есть покаяние, это есть временное раскаяние, которое ничего хорошего не дает. То есть ты остаешься или вором, или убийцей, или нарушителем. Очень важно покаяться. То есть если в моей жизни есть что-то систематическое, если ветхий человек, этот Голиаф, периодически поднимает свое там безголовое тело, да, и крушит в моей жизни все, я вижу разрушительные действия, я теряю близких людей, я теряю друзей, я теряю работу, я теряю и так далее и тому подобное. Просто тебе надо покаяться, тебе надо отвернуться вот от чего-то систематического, от какого-то порока, да, и сказать: Господи, вот я увидел это, я увидел, что это грех, он ведет меня к смерти, я больше этого делать не буду, пожалуйста, дай мне для этого силы, я принимаю решение, пусть меня прямо сейчас твоя драгоценная кровь омоет меня от этого греха, да, и просто даст силы к этому больше уже никогда не возвращаться. Это есть покаяние. И это есть практическое применение. Практическое применение, оно может быть самым различным, потому что, вы знаете, на самом деле, когда мы живем в таких вот коммунах, когда мы узнаем друг друга поближе, мы узнаем, что, оказывается, у брата есть какие-то недостатки, у сестры есть какие-то недостатки, и мы уже какое-то время мы его покрывали, а потом наступает какой-то порог, когда мы его покрывать уже не можем. И мы говорим, что еще он там что-то вытворит, я поставлю на наших взаимоотношениях крест, дам ему пинка, и просто он куда-нибудь просто уйдет из моей жизни. Но вы знаете, на самом деле Иисус Христос – это такая личность, он говорит о том, что, знаете, вот это и есть Иерихон. Когда ты подходишь в человеческих взаимоотношениях к такому вот Рубикону, да, о том, что вот я это переносить больше не могу, Бог тебе показывает предел твоих возможностей. Вы знаете, еще одно мое такое сильное разочарование, я почему-то думал, что церковь, она должна из себя представлять какую-то вот совершенную какую-то церковь. Что вообще, ну, просто это должно просто вот соответствовать всем каким-то таким стандартам, и это должно сразу как-то происходить. Я верю, еще один такой библейский ветхозаветный прообраз, что, к сожалению, все идет к тому, что современная церковь, и неважно какая, католическая, православная или протестантская церковь, она вот в этот последний лаодикийский период, она строит себе золотого тельца. Огромного золотого тельца. Мы помним эту историю, когда Моисей ушел на гору, Израиль начал строить, вылили, собрали все золото, вылили золотого тельца и давать вокруг него плясать и что делать? И поклоняться. Вместо того, чтобы поклоняться Творцу, Израиль начал поклоняться творению, при том творению, которое они сотворили своими руками. И они говорили: вот наш Бог. Сегодня церковь, современная церковь строит золотого тельца, то есть строятся золотые здания, которые все в золоте, все сверкает, все блестит. И люди туда идут и говорят: посмотрите, мы это сами все построили. Это такие колоссальные усилия, это такие деньги здесь. Тут все сверкает. Это наш Бог. Мы здесь поклоняемся. Но вы знаете, на самом деле, это не есть истинное поклонение истинному Богу. Потому что Бог не ищет нашего поклонения где-либо в каком-то культовом здании, да, где вот только там мы можем поклоняться. Мы призваны поклоняться Богу везде. Самое главное – поклоняться Богу в духе и в истине. Где бы ты ни находился, ты можешь поклоняться Ему абсолютно везде. Аминь. И вы знаете, вот просто когда церковь строит вот такого золотого тельца, мы должны просто прийти к такому выводу о том, что, ну, просто давайте мы остановимся, мы туда не пойдем. Аминь, да? Просто у нас другая церковь. У нас церковь, мы знаем прекрасно о том, что церковь, она не состоит из того, что это просто какое-то красивое здание. Церковь – это люди. Церковь – это взаимоотношения. И вот когда мы подходим к этому рубежу, и вдруг мы сталкиваемся с таким явлением. Смотрите, очень внимательно послушайте меня. На что всегда наталкивается, как на какие-то колья, на какие-то шипы современная церковь, и потом буквально происходят такие. То есть вот мы приходим, достигаем каких-то взаимоотношений, потом убеждаемся о том, что брат, сестра несовершенны, я в такую церковь ходить не хочу, там есть лицемерие, там есть то-то-то, я разворачиваюсь и ухожу из этой церкви. Но, вы знаете, ты только подошел к Иерихону, на самом деле. Ты говоришь, там обетованная земля, там все прекрасно, там молоко и мед. Мне надо туда перейти, но там огромные великаны, там вот эти люди, на самом деле, они нас поубивают. На самом деле ты так и говоришь. То есть вот в церкви есть какие-то такие вот великаны, с которыми бороться просто невозможно.
Дальше я с ними не пойду. Я возвращаюсь в пустыню. Представляете? И церковь начинает вот так рассасываться, там, разваливаться, там, уменьшаться в размерах. И печальная статистика в Болгарии, к сожалению. Я слышал одного пастыря. В этом году по маленьким городам, по селам было закрыто более 40 церквей. Вот наших церквей, евангельских, протестантских церквей. Потому что люди там просто разочаровались, потому что пастырь разочаровался, нету сил. И они просто оставили свои полномочия и говорят, я больше не хочу. И ушли. И церковь просто вот так опустела и закрылась. Почему так происходит? Потому что у людей раньше была какая-то иллюзия. Люди остановились перед Иерихоном. Если я говорю в сердце своем о том, что вот есть что-то в моем брате или в моей сестре, что я не могу покрыть его, ну, уже я говорю всего лишь о своих человеческих возможностях. Мои человеческие возможности, они пришли к пределу. Это предел моих человеческих возможностей. Но там, за Иерихоном, что там начинается? Там уже не мои возможности. Там возможности Иисуса Христа. Иисус Христос говорит тебе сегодня, да? Если ты только любишь тех, которые любят тебя, то тебе награды за это нет. Любите ненавидящих вас. Аминь. Если ты только приветствуешь только вот тех, которые тебя приветствуют, или ты здороваешься только с тем, который с тобой здоровается, в этом нет никакой награды. Это не есть христианство. Это просто твои человеческие возможности. Ты достиг предела какого-то, и ты говоришь о том, что вот в церкви есть какой-то человек, он неприятен. Остальные мне неприятны. Я только с ним буду здороваться, только его буду любить. И потом, вы знаете, на самом деле, тенденция всегда одинаковая. Этих людей, которые тебе нравятся, их становится все меньше, меньше и меньше, потому что в каждом человеке есть недостатки. Вот это нам надо признать. Во мне есть недостатки. В тебе есть недостатки. Ты что, совершенство, что ли? И ты, будучи несовершенством, ты предъявляешь такие требования о том, что я несовершен, но я хочу, чтобы вот он был совершенным. Но это несправедливо. Понимаете меня, да? И ты ставишь вот такой заслон, этих людей, которые тебе нравятся, которых ты действительно любишь, становится все меньше и меньше, потом их становится один, потом ни одного, и ты уходишь из церкви. Почему? Не потому, что Бог плохой. Потому что ты не захотел переходить через Иерихон. Потому что там, за Иерихоном, обетована земля, где я люблю тех, кто меня ненавидит. Я молюсь за тех, кто меня обижает, кто меня поранил. Это заповеди Иисуса Христа. Это его характер. Аминь. Бог желает вместить в нас свой характер. И для него это является приоритетом, основным приоритетом. Богу не важно, на самом деле, о том, что приобретем ли мы его дары, приобретем ли мы все то, что у него есть. Богу важно вложить в нас, очень важно вложить. Давайте мы это просто усвоим. Бог хочет, чтобы в нас просто владычествовал характер Христов. Если Иисус Христос так поступал, то я также буду поступать. А как поступал Иисус Христос? Он действительно любил. Он любил невероятной любовью. Его распинали, он благословлял своих палачей. Вот можно это себе представить? Тебя убивают, тебе плюют в лицо. Он с креста благословляет своих палачей. Библия говорит, что он, его злословили, но что? Но он не злословил взаимно. Аминь. Вы знаете, на самом деле, про Иисуса Христа можно говорить бесконечно. Иисус не подал ни одного какого-то дурного примера. Ни одного. Во всем он являл абсолютное совершенство. И вот его совершенная любовь, она просто проявилась в его жизни настолько могущественно и безгранично, что мы не можем где-либо что-то, даже пятнышко какое-то найти. И вы знаете, Бог хочет все вот это вместить в наши сердца. Бог хочет, чтобы мы поверили в то, что характер Христов, он уже в нас. Христос уже в нас обитает. И что мне нужно сделать? Практическое применение. Когда я кого-то не могу покрыть, когда я кого-то уже не могу простить, у меня есть Иисус Христос. Он живет в моем сердце. Я говорю, Господь, я уже не могу, но ты можешь. Аминь. Я не могу уже больше любить, но ты во мне, ты можешь любить. Я уже не могу молиться за этого человека, но ты молишься, потому что ты ходатай, ты непрестанно ходатайствуешь за всех людей, грешных, негрешных, праведных и неправедных. Твое солнце, оно светит для злых и добрых. Аминь. Это характер Иисуса Христа. И он говорит о том, что как Отец ваш небесный совершен, так и вы будьте совершенны. Иисус в это верит. Он это нам дал. Он вложил в наши сердца абсолютно все. Нам осталось только открыть ему двери и сказать, Господи, аминь, да? Я хочу войти в эту обетованную землю, я перехожу через Иерихон, но там, в обетованной земле, я буду вести себя по-другому. Я не буду пытаться
Церковь – это не собрание людей, которые достигли своих человеческих возможностей невероятными усилиями. И вот они вот так стараются, они улыбаются, они стараются быть хорошими. Это религиозная церковь, понимаете, да? Она к Богу не имеет никакого отношения. Стараться не надо. Слышите меня? Надо просто верить. У Иисуса Христа заповеди Его не тяжкие абсолютно. Когда ты двигаешься в помазании, любить легко, потому что у Него любви очень много. Эта любовь покрывает все, все недостатки. Ты начинаешь смотреть глазами Иисуса Христа, и ты видишь, что ты видишь людей уже в другом аспекте. Посмотри на своего брата глазами Иисуса Христа. Аминь. Посмотри на свою сестру, послушай свою сестру ушами Иисуса Христа. Прими своего брата со всеми его пороками и недостатками. Потому что мы призваны даже не то, что друг друга, как христиане, принимать и признавать. Мы призваны идти в мир к наркоманам, там, к бомжам, к алкоголикам, к прокаженным. Для того, чтобы прийти к ним и донести до них вот эту безусловную, безграничную любовь Иисуса Христа. Аминь. Я хочу сказать о том, что когда наши сердца, наши жизни меняются, когда мы переходим через Иерихон, когда мы входим в обетованную землю, начинаем двигаться в духе, церковь начинает очень быстро расти. Потому что люди всегда чувствуют, где любовь. Люди всегда чувствуют, где условная человеческая любовь, где меня любят, потому что я вот соответствую чьим-то критериям. Но это такая любовь скупая, и люди бегут из этих церквей. И люди очень всегда чувствуют, когда и где безусловная любовь, где меня принимают действительно. Аминь. Где Иисус Христос? Меня купила, я по-другому никак не могу сказать, меня купила любовь, меня купила цена. Когда я пришел в одну церковь протестантскую, я до этого обошел множество церквей. И когда я вошел в одну евангельскую церковь, меня купило Божье присутствие. Меня купило то, что вот в этой церкви я вдруг пережил о том, что здесь есть Бог. Потому что служители в этой церкви просто позволили Иисусу Христу проявляться. Вы знаете, на самом деле, иногда я не готовлю проповеди. Иногда вот сегодняшнюю проповедь я подготовил. Я ночью встал, там, у меня обычно субботы на воскресенье, эту ночь я обычно сплю 3-4 часа. Я молюсь, я прошу Господа, дай мне слово. Но, вы знаете, бывают такие состояния, когда я не готовлю проповедь. Просто Бог мне говорит о том, что сегодня не надо готовиться. Сегодня ты в присутствии, ты в помазании. Просто открой свои уста. Просто позволь мне говорить. И Бог начинает говорить. И я понимаю, что это не я уже говорю. Это Дух Святой говорит. Я не могу так говорить. Я не могу так даже думать. Я не могу так даже мыслить. И много в моей жизни происходило таких событий, которые я могу так сказать, я не мог так поступать. Я не мог так делать. Это Иисус Христос, это Его помазание, это Его Дух Святой. Потому что то, как Он поступил, это просто невероятно. Я возвращаюсь к названию проповеди сегодня, да? Самое невероятное возможно, потому что самое невероятное, Он уже в нас. Самые невероятные вещи возможны в нашей жизни, потому что самый невероятный Иисус Христос, Он уже живет в нашей жизни, Он желает жить, Он желает проявляться в нас. Настолько могущественно, насколько это только возможно, насколько ты ему позволишь. Поэтому написано «исполняйтесь Духом Святым». Моя вера и мои ожидания, лично я хочу видеть здесь. Я не хочу быть участником организации какой-нибудь очередной человеческой церкви, которая строит свои служения на каких-то человеческих своих даже невероятных каких-то возможностей. Я хочу быть участником того, что мы все вместе с вами станем свидетелями, как Иисус Христос сам будет выстраивать свою церковь. Я бы хотел быть в той церкви, церкви живого Бога, когда на самом деле Бог сам прилагает спасаемых. Я бы хотел видеть вот то первоапостольское движение, которое было 2000 лет назад. Я верю в то, что это возможно, оно и сейчас происходит. В Южной Америке началось мощнейшее пробуждение. Миллионы приходят к Иисусу Христу. Последнюю новость, которую я слышал, о том, что за один раз в какой-то реке приняло водное крещение более 50 тысяч человек. Вы слышите меня? Просто там служители просто устали. Ну, весь день водное крещение. 50 тысяч человек. Люди миллионами приходят. Слава нашему Богу, да? Вот такую церковь я хочу видеть. Не то, что она там просто вот как-то в количестве, да? А мне важен живой Бог. Мне важно, когда вот просто каждый из нас просто научен, наставлен видеть вот это. Вот здесь я проявился, и вот это будет все меньше, 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 меньше. А вот здесь Бог через меня проявляется, да, я это запомнил, я в этом буду расти, я буду в этом умножаться, я буду Иисусу Христу все больше и больше позволять, и просто на самом деле
Апостол Павел когда-то сказал уникальную фразу. Что он сказал? Уже не я живу. Аллилуйя. Какие прекрасные слова. Ну, просто я восхищаюсь этой личностью. Насколько четко и ясно откровение. Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой. Представляете, как человек жил? Бывший убийца, бывший гонитель церкви, который просто мучил церковь на самом деле. Этот человек просто вот достигает какого-то эпогея в своей христианской жизни, своего служения. Он говорит, я могу вам засвидетельствовать, я уже не живу. Вы не можете не увидеть проявление меня. Во мне живет Иисус Христос. Вот кто из нас может так заявить о себе сегодня, да? Но Богу хочется, Бог хочет и желает, чтобы мы когда-нибудь все равно так сказали. С такой уверенностью, что сегодняшний день это не я прожил. Иисус Христос сегодня был, проявлялся, любил, да, исцелял кого-то, воскресал там, освобождал. Я только был свидетелем, я просто наблюдал, говорю, вот Иисус, вот хорошо, да, вот Иисус, вот ты здесь такое сказал, ты человека так поднял, ты так ободрил, и все это через меня, через уста, через глаза, через какие-то прикосновения, это ты, Иисус, потому что я себя знаю, я так никогда бы не поступил. Аминь. Давайте мы помолимся нашему Господу. Сегодня у нас прекрасное служение, прекрасное присутствие. Иисуса Христа очень много. Нам не надо в этом даже сомневаться ни капли. Он просто когда-то пообещал, и свои обещания Он всегда исполняет. Что если мы собрались во имя Его, Он уже не то, что между нами. Библия говорит, Он посреди нас, Он в сердцевине наших сердец. Он в середине нашего естества. Слава Тебе, всемогущий Бог! Дай нам, Господь Отче, всей нашей небольшой общиной, нас пока мало, но я верю в то, что будет много. Но количество лично Тебя не интересует, мы это знаем.